извините. Вот такой бардак происходит сейчас в кабинете, где делают вакцинацию. Люди не могут попасть в кабинет, даже те, кто записан через госуслуги. Полный бардак, ничего не организовано. Никакого инструктажа, приходится идти к главврачу, чтобы какие-то вопросы порешать. Люди стоят везде, жалуются. Это вот очередь к заведующему, тоже не могут ничего решить. Полный бардак, вот люди стоят, возмущаются. Во-первых, вот это вот называется изоляция друг от друга, да, в момент пандемии.